Комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич будут сегодня с вами смотреть этот матч. На состав хозяев. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Посмотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич будут сегодня с вами смотреть этот матч. На состав хозяев. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Посмотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич будут сегодня с вами смотреть этот матч. На состав хозяев. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Посмотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Игра началась, смотрим. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Можно забивать, но нет, нет гола тут. И как же должно быть сейчас обидно. Отличный момент он упускает, чтобы вывести команду вперед. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет?